Владимир Путин призвал не спешить с отменой ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Накануне глава Карачаева-Черкесии в режиме видеоконференции принял участие в совещании, которое провел президент России по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. Также на нем обсуждались предложения по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений. Решения об их снятии будут приниматься в каждом субъекте отдельно с учетом конкретных параметров санитарно-эпидемиологической ситуации. А при ухудшении обстановки они могут быть возобновлены. Правительство Карачаева-Черкесии уже готовит план поэтапного снятия ограничений в республике. Но, как подчеркнул Рашид Темрезов, главным фактором при принятии решений будет санитарно-эпидемиологическая ситуация, а также жизнь и здоровье людей.